Кадры оперативной съемки с места аварии. Около 7 часов утра на пересечении улиц Декабрьских событий Фридриха Энгельса служебный автобус на полном ходу врезался в трамвай 3-го маршрута. Удар был такой силы, что вагон, сойдя с рельсов, едва не развалился надвое. В салоне в это время находилось 15 человек. Кондуктор и две пассажирки получили сотрясение и ушибы. Пострадавших женщин доставили в больницу. По предварительной версии, водитель автобуса не уступил дорогу, проехав на запрещающий сигнал светофора. Водитель автобуса двигался один, в салоне не было пассажиров. Как бы со слов водителя, ему стало плохо, и он допустил столкновение. Данная информация будет проверена и принято правовое решение. Поврежденный трамвай, перегородивший дорогу, стал причиной многочасовой утренней пробки. Чтобы его убрать, понадобились кран и спецвагон. После того, как тормоза будут опущены, трамвай самостоятельно уже не сдвинется. По словам специалистов, повреждена вся платформа, вагон ремонту не подлежит. То есть, что трамвай, что автомобиль, вот существует рама. Вот я показываю. Загнула просто раму эту. Удар был. Тройка ходит по кольцу Волжская, центральный рынок Волжская и является одним из самых востребованных городских трамвайных маршрутов. При этом на линии только 6 машин. Утрата одной – существенная потеря. Эту проблему не решать никак. Проблема просто у нас будет. У нас будет меньше резерва для того, чтобы заменить в случае выхода из строя работающего на линии, замены будет меньше. То есть у нас, возможно, возрастут непроизводительные потери. Потеря мало что существенная, но еще и сейчас, по крайней мере, невосполнимая. Новый вагон стоит 24 миллиона рублей. Это первое серьезное ДТП с участием трамвая в областном центре за последние 10 лет. Евгения Власюк, Мария Кириллова, Константин Синицын. Новости сейчас.